Вот здесь, дорогие друзья, звучит русская гармонь «Чайка» Шуйского завода. Это новая гармонь. И так далее, и так далее. Здесь она звучит. А здесь она имеется, вот она, «Чайка» та же, почти такая же, новая гармонь. Вот она здесь находится. Вот она, «Чайка», новая гармонь Шуйская. И, конечно, хотелось бы, вот она, эта гармонь, хотелось бы поговорить о кнопках этой гармонии и вообще о кнопках гармоний. Если обратить внимание, то что тут можно увидеть? Вот они, кнопки, да? Каждая кнопка отстоит, то есть расположена примерно на 10 миллиметрах от грифа. То есть, если сейчас нажать любую, то она легко ходит, то есть ее можно нажать, не глядя, вот, и даже на ощупь можно играть. То есть ее ход 1 сантиметр над грифом. Это очень ценно и это очень здорово. Теперь взгляд переведем на другую гармонь. Это немецкая гармонь Weltmeister, знаменитой фирмы Weltmeister. Это немецкая гармонь. И если внимательно посмотреть на клавиши, а точнее на кнопки, то можно заметить, что они все утоплены. Они утоплены в гриф, и когда ты играешь, ну, безусловно, обычно гармонисты, они не смотрят на гриф. То есть все идет на ощупь, все кнопки, все аккорды и все остальное. Поэтому раз кнопка утоплена вот здесь, она выглядывает примерно на 3 миллиметра над грифом. Вот. И когда ты играешь вариацию, либо быстро какой-то проход, то ты его не сможешь точно выполнить, этот проход, либо вариацию, потому что кнопки эти очень утоплены в гриф, и они не находятся над грифом, допустим, как вот на этой шуйской гармонии, на русской гармонии. Вот. Поэтому, чтобы их выправить, немножко их вытащить нужно сюда, на свет Божий, придется открыть вот эту крышку, вот, и чуть-чуть их приподнять. Вот я уже приподнял вот эти три, и весь этот ряд я приподнял. Теперь они уже отстоят примерно, ну, на 6 миллиметров где-то над грифом. Вот этот первый ряд я уже поднял. Второй ряд я уже сейчас тоже поднял, раз, два, три поднял. А вот здесь, уважаемый зритель видит, вот сейчас я наведу покрупнее. Вот, допустим, раз, два, три уже более-менее нормально, примерно на 7 миллиметров они уже выглядывают сюда. А здесь они выглядывают, это заводская работа, на 3 миллиметра. То есть это недостаточно для того, чтобы на ней успешно играть, тем более какие-то вариации, какие-то проходы, тем более играть терциями, либо секстами, либо другими интервалами. Поэтому, чтобы приподнять их, нужно взять русский народный инструмент, вот такой, как клещи. Вот, и вот в этом месте их брать, что называется, железо все стерпит. И вот таким образом, наверх, я сейчас поднимаю, то есть вот эта кнопка уже начала немножко выходить наверх. Поэтому тут нужно очень аккуратно действовать, вот, и методом физическим вот так выправлять каждую кнопку наверх выводить. Допустим, следующую теперь можно взять. Вот. Там-то дуги, они в середине терпят это выгинание. Но в результате вот уже постепенно уже выходят они наверх. Вот таким образом. Ну, насиловать, конечно, не нужно. Но вот уже этот ряд начал выходить. Первый ряд очень легко выводится, вот этот, допустим, крайний. Потому что здесь просто берешь пальцами, вот, поднимаешь, и она кнопка, точнее, толкатель уходит вот таким образом. Здесь легко. Ну, а средний ряд, значит, нужно специальный инструмент иметь, либо вот такой, как сейчас я употребляю. Вот, вот уже, как говорится, постепенно они выходят. Итак, желаю вам удачи, дорогие гармонисты. Если вам придется такую операцию делать, то ее можно все равно сделать, эту операцию, то есть вывести кнопки на свет Божий, чтобы можно было
на них играть свободно, не глядя, на ощупь и так далее, и так далее. Всего доброго. С вами беседовал баянист Сергей Замбровский.